Сможет ли вытеснить криптобиржа классический фондовый рынок? Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, дорогие друзья. Меня зовут Кумар Мухамедзянов. Я рад приветствовать вас на моем канале. Криптобиржа, крипторынок, криптовалюта – это относительно новое понятие в мировой финансовой сфере. У нас, получается, биткоин появился в 2009 году. И за это короткое время, получается, за 10-11 лет сделал так называемый феерический рост в несколько сотен тысяч процентов. Если бы вы купили на 1000 долларов биткоина в 2009 году, то сейчас ваше состояние составляло бы примерно 250 миллионов долларов, друзья. Вот такой стремительный рост. Я помню прекрасно, как в 2009 году появилось такое понятие, как биткоин. Я даже не мог себе представить, что я захочу купить этот непонятный товар. Непонятно, что это вообще было. Товар ли это, деньги ли это. Поэтому я, конечно, это все проигнорировал. Я начал инвестировать в биткоин только в этом году, в январе, в 2021 году, когда получил подтверждение от некоторых ученых, очень больших ученых, которые дозволили биткоин. До сих пор есть сомнения, есть разногласия. Кто-то говорит, что сомнительно, кто-то непонятно. Не торопитесь, рискованно, и они правы. И они правы, конечно, это очень рискованный актив. Но сейчас речь про криптобиржи. Вначале, когда появился такой криптоактив, как биткоин, понятия биржи даже не было. Но сейчас уже полноценно работают несколько десятков криптобирж. И в Китае, и в США, и в других странах. А самая крупная, например, криптобиржа – это Binance, есть еще Coinbase и так далее. Так вот, возникает логичный вопрос. А не вытеснит ли криптобиржа мировой классический фондовый рынок? Начнем с того, что криптобиржа – это относительно новое понятие, да? И она в себя включает такие понятия, как криптоактивы, биткоин, альткоины, которых уже огромное количество. Но! Несмотря на то, что биткоин уже перевалил по капитализации за триллион долларов, остальные криптоактивы не так дороги по капитализации сравнительно с фондовым рынком. Да, криптобиржа – это уже отдельная структура, отдельный организм со своими правилами, законами, ограничениями и условиями работы. Крипторынок, я считаю, что будет из года в год только расти и приобретать большую значимость для финансового рынка. Но его размер на сегодняшний день, конечно же, не так огромен, как огромный мировой фондовый, классический фондовый рынок. Если мы говорим про крипторынок, это скорее всего несколько триллионов долларов. Биткоин только весит более триллиона долларов. Остальные криптовалюты, если все вместе в кучу собрать, их даже посчитать невозможно. Поэтому я говорю примерно несколько 2 или 3 триллиона долларов, наверное. Если мы говорим про классический фондовый рынок, которому уже более 400 лет, начался мировой фондовый рынок в начале 17 века в Голландии, когда суда начали ходить в Индию и делиться своей прибылью с акционерами, богатыми голландцами. Вот тогда уже начался мировой фондовый рынок. Сейчас капитализация мирового фондового рынка более 30 триллионов долларов. Это те компании, которые торгуются на бирже. Но есть еще компании, которые торгуются вне биржи. Поэтому этот рынок огромный, друзья. И это основной финансовый инструмент мировой финансовой индустрии. На нем обращаются ценные бумаги, реальные доли реальных компаний. В отличие от пока фиатных вещей, которые торгуются на криптобиржах. Я, естественно, слежу в пассивном, конечно, варианте за новостями криптобиржи. Потихонечку сам инвестирую в криптоиндустрию. И еще раз повторяю, что я считаю, это мое мнение, я могу ошибаться. Давайте выскажите свое мнение в комментариях, что роль крипторынка, роль криптовалюты и развитие технологии блокчейн будет только развиваться и расти. Я считаю, что мы стоим на пороге огромных перемен. Сейчас многие компании, которые
занимаются финансами, являются финтехами, да, начали применять уже технологии блокчейн. И Visa, и PayPal, и другие компании. Многие компании, которые являются классическими вроде бы, да, Tesla, Visa и другие компании, выходят на IPO. Те компании, которые производят даже вот автомобили, как Tesla, да, они покупают даже биткоины и принимают биткоины в оплату своих товаров. Поэтому я считаю, что роль криптовалюты, роль криптобирж в мире будет только расти. Когда мы сравняемся по размеру капитализации по размеру, я имею в виду криптобиржу и фондовый рынок, я пока не могу сказать. Но судя по тому, как идет развитие, то это, возможно, случится не так и долго осталось ждать. Высказывайте свое мнение, друзья. Я рад был, если вам это было полезно, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк, поделитесь с друзьями, пусть как можно больше людей станут финансово независимыми. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.